Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донского, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня с огромным удовольствием представляю вам новинку из 13-го каталога Oriflame. Это косметичка-органайзер серии Novage. Я влюбилась в нее с первого взгляда еще по картинке и очень рада, что нам ее прислали на обзор. Это большая красивая сумочка, размер 25×10×21. Если сравнить ее с каталогом, то вы видите, что она достаточно большая, вместительная и удобная. Я думаю, что такой сумочке обрадуется каждая девушка, а особенно та, которая любит путешествовать и отправляться в путь. Итак, давайте рассмотрим эту сумочку поближе. Я вам покажу, как она устроена изнутри. На передней части сумочки прописан логотип Novage с серебристыми буквами. Сумка с ручками, очень удобная. Материал переработанный полиэстер. Ее очень легко мыть просто теплой водичкой, губкой, или если сильные загрязнения, можно мягкой щеточкой потереть, и она очень легко отстирается. В боковой вставке у нас вшита молния круговая. Мне понравилось, что вставка с цветочным принтом. Это очень красиво и нарядно. Итак, внутри сумочки мы видим, что здесь есть специальный такой крючок-подвес, мы можем зацепить за какую-то, за другой крючок, за трубу, за ручку, то есть очень удобно, можно будет подвесить эту сумочку, так как внутри у нас будет она вся наполнена. Обратите внимание, что есть специальные кармашки с сеточкой, здесь удобно будет хранить, например, ватные диски или ватные палочки, то есть какую-то мелочевку. Есть отсек под молнией, большой карман внутри, то есть молния застегивается. Есть здесь у нас маленький тайничок, смотрите, молния, а здесь под прозрачной пленочкой, если вы что-то положите, то это будет все прекрасно видно. С другой стороны мы видим вставку. Эта вставка, с одной стороны есть сетка, которая не фиксируется молнией никакими клепками, то есть будьте аккуратны, если вы будете переворачивать, чтобы у вас не высыпалось. С другой стороны у нас есть специальные отсеки, куда мы можем положить какую-то косметику, или может быть даже зубные щеточки, или вот так туши положить, любимую мою помаду, да, то есть я люблю сразу все раскладывать, чтобы у меня был порядок. Кстати, у меня есть с собой и пудра, можно как раз вот сюда вот под молнию спрятать пудру. Так, а что у нас, чем интересна вот эта вставка? Обращаю ваше внимание, она у нас идет на липучке, мы ее можем полностью убрать, то есть по необходимости вы можете отстегнуть эту вставку, либо ее совсем убрать, либо снять на какое-то время, или может быть просто помыть. Далее, самый большой отсек у нас идет на молнии, такой большой пузатенький отдел, куда мы можем с вами положить очень много продукции. Ну, например, мы положим сюда очищающий гель для умывания, пребиотическую сыворотку, вернее эссенцию, крем для декольте помещается, сыворотка, крем для глаз у меня тоже здесь, дневной крем экологен. И ночной мы можем его уже извлечь из коробочки, потому что скоро закончится мой крем, и я как раз начну пользоваться этим. Все спокойненько закрываем. И обратите внимание, как, сколько еще осталось места. То есть я сюда могу еще положить маску, еще какие-то продукты и сыворотку. И здесь же у меня еще крепится вставка, которая прекрасно закрывает. Слушайте, какая прелесть! Девочки, кому нравится, ставьте лайк. Очень удобная, классная сумочка. Я думаю, что ей обрадуются практически все девушки. Да? Жду ваших комментариев. Вас благодарю за внимание. И самое главное, стоимость сумочки 1499 рублей по цене каталога. Обращаю ваше внимание, что это ограниченный выпуск. Если нравится, заказывайте в 13-м каталоге. Всего вам доброго, до новых встреч!